Как восстановить свой иммунитет и сохранить здоровье даже в холодное время года, не используя лекарств? Об этом химчанам рассказали на встрече с врачом в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Провела лекцию доктор Татьяна Белорыбкина, которая почти 30 лет посвятила изучению этой темы. Прежде всего, иммунитет снижают малоподвижный образ жизни, неправильное питание и экологические проблемы. Если у нас лимфатическая их узлах нарушена продукция лимфатических сосудов, лимфатических клеточек, лимфоцитов, то все, иммунитет начинает садиться. Правильная диета, прогулки на свежем воздухе и массаж способны усилить иммунитет и улучшить здоровье. Основам лимфатического самомассажа Татьяна обучила химчан прямо на занятиях. К ушкам переходим, да? К ушкам. Запомнили? Этот пальчик за ушной раковиной, а эти здесь сюда. Вы проглаживаете все лимфатические. Вы будете повышать свою слуховую функцию. Таисия Кунич – постоянная гостья на мастер-классах. По ее словам, на мероприятие не идет, а буквально бежит, как только узнает об интересном событии. Увлечение пенсионерки многогранное. Бывший художник по гриму в кино, она интересуется живописью и декоративным искусством. Сегодня пришла задать вопросы о здоровье. Я уже к этому доктору третий раз прихожу. Мне очень нравится то, что она рассказывает. И я немножко с этой системой знакома, просто захотелось поглубже в нее углубиться. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Интерес к ним только растет. Проект появился благодаря просьбам жителей и при поддержке администрации города. Расписание всегда можно найти в газете «Химкинские новости». Здесь есть центральная вкладка, помимо всего прочего. И вот центральная вкладка – это афиша всех наших мастер-классов, которые проводятся в городе. Здесь вы можете выбрать любой по близости от дома, от работы, по удобной по времени, по тематике. Это первое, да, помимо интереснейших новостей в остальной газете. Также узнать о ближайших встречах можно в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.